На Кургане Славы всегда особая атмосфера. Здесь и подвиг, и скорбь, и память, и самые жестокие уроки, которые могла преподнести жизнь. В День Победы на мемориальный комплекс приезжают сотни мазырян, чтобы почтить память ушедших и отдать дань уважения ветеранам. 9 мая 2022 исключением не стало. В этот раз памятный митинг собрал рекордное количество мазырян. В Мусорском районе осталось лишь 19 ветеранов Великой Отечественной войны. И мы рады, что все еще можем поздравить с Днем Великой Победы героев, подарившим нам возможность мирно жить и строить наше будущее. Мы с вами должны быть достойны подвига наших дедов и прадедов и сделать все возможное, чтобы каждая крупица исторической правды о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей была бережно сохранена и передана подрастающему поколению. Многие участники митинга пришли с портретами дедов и прадедов. На черно-белых фотографиях советские воины, подпольщики, партизаны, труженики тыла. Все, кто день за днем приближал победу. Акция «Беларусь помнит» проходит каждый год. Все чаще портреты воинов-освободителей можно увидеть в руках подрастающего поколения. Тех, кто будет продолжать нести память через года. В этот день мы поздравляем всех тех, кто прошел фронтовыми дорогами, отстоял свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, кто был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, кто своим ратным трудом крепил боевую мощь краснознаменного Белорусского военного округа. Минута молчания – традиционный священный ритуал. В честь поколения победителей – залпы оружия. Цветы от руководства района и мазырян возложили к стеле. А затем была длинная очередь к мемориалу памяти и воинскому захоронению. Практически у каждой мусорской семьи есть своя история войны. Здесь, на Кургане Славы, День Победы объединил поколения. В солнечный день символично звучал майский вальс. Цветущий, поющий, яркий май. Видный венце, пустом баксе, сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Цветущий и поющий яркий май прошел торжественный прием в пионеры и вручение членских билетов БРСМ. Эти мальчишки и девчонки дали клятву – быть добрыми, честными и смелыми. Пионерский галстук в торжественный день им повязали почетные гости. Это давняя традиция праздника на Мусорщине. И именно такими традициями сильна память. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. Телеканал «Мозырь».